Привет, народ, с вами Финаргот. Я наконец-то смог поспать после выхода «Павшей короны», потому что я действительно за эти два дня спал 1-2 часа. Будет стрим, и я увидел комментарий, что многие жалуются, что я токсик на стримах, а на Ютубе совершенно другой. Я с вами абсолютно согласен и буду бороться со своими эмоциями негативными во время каток. Проверим это сегодня. Кстати, участвуйте в розыгрышах, а пока я хочу вам показать рыбалку, потому что я у себя ее еще не открыл, но опять же, добрый подписчик поделился, большое ему спасибо, от меня также будет сувенир. Я не знаю, что там во время конфетного каравана кто-то что-то писал, я там 7000 рублей закинул на аккаунт человеку, а потратил всего лишь сколько, 1003, и то это все, что ему приходит в инвентарь. В общем, рыбалка, я пока даже не знаю, что там нужно делать. В общем, ты ловишь рыбу. Смотрим. Забрасывайте удочку, наводите удочку курсором мыши, затем зажимайте левую кнопку, чтобы выбросить силу броска. Ждете, когда рыба начинает клевать, поплавок начнет брызгаться. Нажимаете еще раз, чтобы начать вытягивать. И выуживаете. Собственно, вы получаете награды. Награды представляют из себя жетоны, которые помогают вам продвигаться по межпутью. Ну вот, давайте... Забросили. Дальше что? А, я понял. Нужно... Вот, видите, копится шкала. И когда шкала накопилась, вы вылавливаете рыбу. Текущий счет. Ага. Сейчас я тут офигенно сыграю чуваку. Он зайдет на аккаунт и скажет: «Финаргот, ты чё? Охренел, что ли?» Так, давай, давай. А-а-а. Видите, тут сложнее. Надо контролить. Ну, в общем, навостриться, так сказать. Ничего, не переживай, друг. Я тебе компенсирую. Давай, давай, давай. Да куда? Сюда. О-о-о. Ну, не сказал бы, что прям огромная какая-то. Хорошо получилось, согласен. Добротно. Ну, и теперь вот эту. Хочу большую. Большую хочу. Хочу большую. Большая. 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 Вот сюда просто моментально. Размер малый в итоге. Не туда я, видимо, закинул. А я вот не знаю, влияет ли визуал плавающих рыбок или это рандом. Надо будет мне это все поизучать. Вообще, в целом, я буду выпускать ролик, где разберу для вас не только механики все эти, но также хочу собрать все... весь сюжет, потому что там есть очень веселые и прикольные вещи, которые Valve сделали. Так, ну вот я набрал типа 5000. Неплохо. Ну и получается, за 5000 я бы получил 2 случайных жетона. Если 1000, то всего лишь рыбу. Ну и я могу дальше продолжать играть, но в любом случае награды уже получены. В общем, я думаю, примерно алгоритм вам понятен, и вы теперь будете знать, что делать. Я 7000 с первого раза не смог набрать, но с первого раза... Там сколько? 5000 есть. То есть, если навостриться, 7000 легко пробивается, и вы получаете 3 халявных жетона и продолжаете играть. Что же касается, допустим, обменщика, это полный кринж. 3 одинаковых на один нужный и 4 любых за нужный. Это, я считаю, что это скам. Но в любом случае, наверное, если очень много играть и дофига жетонов наоткрывать, то возможно, возможно...
как вот вы можете заметить, тут вот у человека не так много жетонов, чтобы их набежать и обменивать. Вот как-то так. Еще будет у меня отдельно лавка конфет, конфетный караван на моем аккаунте, когда я до нее дойду, а я дойду уже сегодня. Также планирую открыть полностью всю карту, поделиться с вами всем сюжетом, а также открывать всю карту требуется, чтобы открыть третий стиль на Венгу. Но третий стиль на Венгу открывается все равно по результатам всех четырех актов. Вот как-то так, с вами был Фенаргот, я желаю вам всем хороших каток и до скорых встреч.